В этом году Крымский федеральный университет проводит третий набор студентов для обучения на военной кафедре. В связи с этим 1 марта в актовом зале Таврической академии состоялось общее собрание со студентами первого курса, которые изъявили желание пройти военную подготовку. Мы получили госзаказ от Министерства обороны в этом году на подготовку еще одной, будем говорить, одного потока студентов на военной кафедре. Это по специальности, военно-учетной специальности, сержанты запаса, командиры стрелковых отделений, командиры пулеметных отделений, командиры артиллерийских орудий. И офицеры запаса, это офицеры-артиллеристы. Перед мероприятием курсанты военной кафедры продемонстрировали всем желающим разные виды стрелкового оружия и другое военное оборудование. После выставки началось собрание, на котором присутствовали студенты разных структурных подразделений Крымского федерального университета. Им рассказали об особенностях обучения на кафедре, условиях и графике конкурсного отбора. Хочу обучаться на военной кафедре в связи с тем, что так как военную службу сделали обязательной для многих, скажем так, до 27 лет. Поэтому я решил все-таки пройти военную кафедру в институте, чтобы потом не терять время, обучаясь, ну, вернее, служа в армии после института. Конкурсный отбор студентов, желающих пройти обучение по программам подготовки сержантов запаса, стартует 1 апреля, а офицеров запаса в октябре. Чтобы поступить на военную кафедру, необходимо пройти медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, проверку уровня физической подготовленности, а также текущей успеваемости. Общий набор курсантов на следующий учебный год составит 156 человек. Из них 48 офицеров запаса и 108 сержантов запаса. В настоящее время на военной кафедре Крымского федерального университета уже проходят обучение 302 студента. На военной кафедре обучается очень интересно. Она дает жизненный опыт. Классы достаточно хорошо оборудованы, условия комфортные, учиться приятно. Преподаватели учат нас честно, а мы честно учимся защищать Родину. Программа военной подготовки состоит из теоретического и практического курсов, а учебные занятия проводятся методом военного дня. Кафедра располагает учебно-материальной базой, которая позволяет качественно и в полном объеме проводить подготовку курсантов по военно-учетным специальностям. Ольга Якименко, Николай Шульга, пресс-служба Крымского федерального университета.